Я Андрешна Ольга, сексолог, психолог, специалист телесных и звуковых практик. Со мной вы научитесь осознавать свои самые сокровенные желания, говорить честно о своих намерениях, стать счастливыми в отношениях и сексе. В чем смысл цикла моих бесед о сексе? Зачем я задумала такую передачу? Для того, чтобы мы все научились открыто, ярко заявлять о себе и о своих желаниях. Чем больше я общаюсь с людьми на консультациях, на женских кругах, в своем канале, тем больше я понимаю, что до сих пор, несмотря на такое, я бы даже сказала, засилие информации о сексе, подобие полового воспитания, роликах в Ютубе, все равно сказать то, что хочет человек откровенно и честно, очень сложно. Это уязвимость. Люди чувствуют уязвимость, когда они открыто заявляют о своих желаниях, и они боятся осуждения даже от своего близкого партнера, они боятся насмешек, они боятся, что эта откровенность повлияет на их отношения в дальнейшем, что партнер не поймет их фантазии. И поэтому нужно научиться говорить максимально бережно, максимально ненасильственно, максимально искренне о своих желаниях и называть вещи своими именами. Мы учимся быть тактичными, мы учимся коммуницировать на самую, ну, я бы даже сказала, сложную такую вот тему, которая идет, тем не менее, сквозь всю нашу жизнь. Мы начинаем в юности свою половую жизнь, и на протяжении всего момента, пока мы живы и здоровы, мы это продолжаем. Поэтому это одна из самых главных тем нашей жизни, на мой взгляд, и мы должны научиться говорить об этом открыто. Пишите мне свои вопросы в комментариях, я буду очень рада на них ответить, потому что мне не интересно давать вам какие-то книжные энциклопедические знания, которые вы можете прочитать в Википедии. Мне интересно работать с живыми вопросами, живыми проблемами и рассказать вам действительно полезную и ценную информацию о самом интересном вопросе.